К выборам депутатов местных советов активно готовятся участники Белой Руси. Пикеты по сбору подписей готовы и выставлены в Московском, Ленинском, Первомайском и Фрунзенском районах столицы. Активисты объединения начали сбор подписей по квартирам. Первые итоги и план работы обсудили сегодня на заседании в штаб-квартире организации. В территориальные избиркомы включено 582 представителя Белой Руси, в окружные 329. Проходит аккредитация наблюдателей. Наблюдатели направляются тоже туда. Это люди опытные, которые не первый год прошли избирать, ни одну избирательную кампанию прошли. Конечно, они должны владеть и избирательным правом, и знать законодательство. То есть в случае чего в комиссии вести те люди, которые туда обращаются, правильную разъяснительную работу, ну и следить за работой комиссии. Напомним, 10 декабря в Беларуси стартовало выдвижение кандидатов в депутаты местных советов. Вступить в предвыборную гонку можно тремя способами. Путем сбора подписей от политических партий или трудовых коллективов.